Ребят, всем привет! Это вот стадион такой, стадиончик, где я занимаюсь. Но я вам не это хотел показать, хотел показать вам RTX лучи. Сейчас зацените в лужице. Давайте заценим отражение. Тут, наверное, RTX 5090 Ti стоит. Смотрите, какое отражение в лужице. Офигенное, да? Смотрите, вот здесь облачка, дерево. Все совпадает, это не фейковые отражения, да? Смотрите, как охеренно сделано. Блин, какая проработка, да? Виртуальная реальность, да, отдыхает. Солнышко тут светит. Вот. А вообще, я хотел как бы сказать, что не занимайтесь херней, лучше занимайтесь спортом. А все эти 3060 Ti, 3070, 3080, 3090 Ti, это все полная хуйня, потому что рано или поздно это все уйдет. Придут новые видеокарты, все будет повторяться. А спорт останется спортом. Подтягивайтесь на брусьях. Отжимайтесь, и все в этом духе.